Приветствую вас, аноним. Давайте попробуем разобраться в ситуации. Мне кажется, что вот здесь, именно вот в том, что вы описали, вам вообще не особо важно, чтобы мужчина менялся. То есть у меня такое вот ощущение, да, что вы как будто бы, знаете, диалог сами с собой ведете, и вам, ну, как бы неплохо. То есть вы сами как бы успокоились, да, вы сами готовы к диалогу, вы, ну, условно там говоря, не знаю, там, подкопили там, ресурсов, да, вот, как бы, вот, вы подкопили немножко, сил, вот, но, в общем-то, нет никаких подтверждений того, что человек изменился, вот, нет никаких подтверждений того, что что мужчина стал вести себя там по-другому, вот. Значит, я бы вот так сказал бы, да. И, соответственно, вы почему-то ждете от него поступков, изменений, да? Вы ждете от него вот этого, чтобы он это все сделал. Но как-то нет ощущения, что он к этому, вообще говоря, готов. Да, вот, ну, нет ощущения, что он готов, там, не знаю, меняться, нет ощущения, что он готов что-то делать, нет ощущения, что он, как бы, что-то делает для вас. Вы там сказали, что, как бы, он за все это время даже не пикнул. То есть изначально человек производит впечатление такого достаточно несерьезного, да, изначально. Изначально человек производит впечатление, ну, как бы создает один образ. Вот. А вы, по моим ощущениям, хотите, чтобы у него был другой образ? При том, что у вас есть ожидания от человека, которые, скорее всего, ну вот, я бы так сказал, не соответствуют действительности, да? Вот, потому что, ну, есть такое ощущение. Вот, почему такое ощущение есть? Потому что нет никаких поступков, которые бы показывали, что человек менялся. Вот, ну, вы успокоились, вы готовы к диалогу, вот, и думаете, как, спрашивать, как правильно выйти из тайм-аута.
Но если человек никак не давал вам понять, что он там исправился и всякое такое, да, допустим, если человек вам этого всего не демонстрировал, то к диалогу с кем вы готовы? Или вы решили, что он уже изменился, пока вы были, ну, не вместе. То есть как бы вот ощущение, да, что вы вот немножко в своем живете мире, слегка как бы идеализированном таком мире, вот, который, ну, к сожалению, к реальности общего имеет, с реальностью, точнее, общего имеет крайне немного, вот, и, как бы, вы изначально не прислушивались к себе, обесценивали, забивали на свое недовольство, на свой протест, вот. То есть изначально вот такая история была. И забивая на свое недовольство и на протест, вы обесценивали свои чувства. Ну, вы обесцениваете сейчас свои чувства. Вы обесцениваете, ну, на мой взгляд, да, себя, сам себя обесцениваете тем вот, что, ну, не говорите человеку моментально сразу о том, что вам там нравится, не нравится, да, хочется, не хочется и так далее. Вот, тем самым создаете несколько деструктивные такие модели взаимоотношений между вами. Вот. Потому что, ну, немножко ломается восприятие вас из-за этого, вот из-за того, как вы себя, ну, вы себя ставите, скажем так, потому что сначала там получается одно, да, а потом получается немножко другое, как бы происходит диссонанс. Тут, ну, то, что называется диссонанс. Вот. Поэтому я думаю, что вначале, прежде чем выходить из тайм-аут, вам бы привести свои чувства в порядок, да, вот. Научиться с ними обращаться, ну, вообще научиться обращаться со своими чувствами, со своими эмоциями, переживаниями, вот, а как-то вот, как-то, решить. Что с ними делать? Вот. Ну, с чувствами вашими. Вот. И да, дальше уже думать о том, как поступать, дальше уже думать о том, что делать, дальше уже решать,
Этот вопрос связанный с вашим будущим. Вот. Я вижу этот момент, наверное, так я его вижу. Вот. Потому что мужчина, он за столько времени при его образе жизни, да, он мог решить, что вам не нужен, и все, как бы. И уже жить дальше. Притом опять же, что вы сами говорите, как бы, что он вам долгое время не давала себе знать. Вот. И как бы мне кажется, что вы вот этот момент обесцениваете. То есть вы видите реальность не целиком. Следующее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это, наверное, на то, что вот когда вы говорите, например, про то, что он приходил там поздно, да, гулянки и так далее, вот это все. Вот. А вы, значит, терпели и надеялись, да, на то, что, что-то изменится, что-то будет по-другому. Вот. Ситуация-то, она такая, вот, что, как бы, это очень похоже на зависимые отношения, вот, то есть это похоже на то, что вы в человеке, вот, чересчур растворяетесь, вот. Это похоже на то, что вы не можете человеку сказать нет, когда это нужно. Вот. Очень похоже на то, что вы, как бы, без него не можете, потому что он вас не ценит особо. Вот, здесь, как мне кажется, налицо явные признаки, краткие, вот, созависимых отношений. Вот, тем более, что он бьет, скорее всего, может быть, у него есть проблемы с алкоголем и так далее. Вот. Поэтому вы можете наткнуться на манипуляции здесь с его стороны, потому что он может начать набивать себе цену, когда вы, как бы, о себе заявите. Вот, поэтому понимаю, что раз вы дали записать, значит, как бы, он вам нужен. Поэтому мне кажется, что здесь у вас, здесь вы говорите, мне кажется, больше про свои страхи, то есть вам страшно, вам боязно, вы тревожитесь. Вот с этим я бы и поработал. И плюс с уверенностью в себе и самооценкой тоже. А также с тем, что, на мой взгляд, вы склонны обесценивать свои чувства. Вот, склонны к ним не прислушиваться. Почему-то вы очень долго терпели, да, и, я не знаю, надеялись на что.
Вот, то есть вы надеялись на перемену. Ну вот, надеяться на перемену это хорошо, но чем это продиктовано? Я надеюсь, что он будет поступком давать понять, что нужно ему. Вот. То есть это, по сути, перекладывание ответственности, да? Вы хотите, чтобы вас убедили в том, что ради вас хотят меняться, и вы хотите, чтобы вас убедили в том, что вы нужны человеку. Здесь вот явная речь про страх и про неуверенность в себе, потому что вы пытаетесь человека поменять под себя. Таким образом. Поэтому правильно выйти из перерыва не получится. Ну, потому что правильного выхода нет. В отношениях в этом смысле вообще ничего правильного нет. И то, что вы чувствуете, вы можете после того, как разберетесь в этом, вот, в том, что вы чувствуете, вы можете об этом, в принципе, сказать. Вы можете об этом, в принципе, как бы это выразить человеку. Вот, что, например, там, условно, как у тебя дела, там, и так далее. Вот. Скорее всего, хочется вам другого. Скорее всего, вам хочется некой стабильности, скорее всего, вам хочется некой защищенности. Ну, и, скорее всего, вам, ну, сложно представить, что ваши отношения могли завершиться. Вот. При том, что эта позиция, которую вы занимаете, она родительская. Вот. То есть это означает, что вы, вероятно, склонны все контролировать, ну или не все, но какие-то сферы. А контроль это всегда про тревогу, про неспонтанность, про планирование и, соответственно, про жесткость, про подавление. Даже если вы, условно говоря, этого не замечаете. Вот. То есть, как бы, такая вот история. Причем, обратите внимание, он жил у вас. Мой мужчина, он, судя по всему, жил у вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ дал вам пищу для размышлений. Я буду ждать от вас отклик по моему ответу. Это может послужить началом работы над собой для вас. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.